снова здравствуйте! Рубрика ЕЧС робко выглядывает из-за стенков режима самоизоляции. Похоже, из режима соцсетевой самоизоляции и наши телезрители выходят. Тоже робко начинают проявлять активность в комментах под нашими сюжетами. Да ну, правда что ли? Под рубрикой ЧП-обзор, где в числе прочих была новость о рукоприкладстве в отношении гаишника, пишут: ударили, значит, есть за что. На этот коммент ответили: по-вашему, если пьяное животное за рулем ударил инспектора при исполнении, то это нормально? За 15 лет, что езжу за рулем, ни один сотрудник ни разу не нагрубил мне, тем более не распустил руки. Я вот тоже с таким не сталкивался, только в киносериалах видел нехороших людей в погонах. Ты что за полицейский такой? Теперь фуражку забыл. Ключи от машины у меня. Ну и еще в комментах одна тетя поделилась историей, как сообщила куда надо о водиле, который зигзагами ехал на машине. Ну вот он пример гражданского самосознания. В Одноклассниках у нас нынче плодятся комменты под сюжетом о дорогах в частном секторе. В Карнолитово по улице Гоголя от церкви в сторону Теплоэнерго ямы до ухабы хорошо бы грейдером поравнять. Хорошо бы эту идею озвучить своему депутату или в инстаграмы администрации города или главы города черкануть. Это потрясающе, точно. Ну и еще пара комментов. Чертеж вообще без дорог. Центральная улица Кедровая только называется улица. И еще. У нас в России улиц нет, только направления. Ну, наверное, человек в лесу живет, где реально улиц нет. Или слова перепутал, хотел про дороги написать. Ты российская дорога, сеть загибов на версту. Теперь к соцсетям. Самая классная публикация недели, по нашему мнению, это вчерашнее видео с уточками в центре города. Глядите. Многие узнали это место, наверное. Ну, а в комментах вот пишут: а где гражданская дистанция? Не, ну она же только сейчас людей касается. И еще, в ветклинику направились. Ага, тест на коронавирус сдавать. И еще один, их было 9 возле налоговой, сейчас 7. Ну, видимо, мама утка утятами налоги заплатила. Такие вот налоговые утиные истории и приключения. Вперед мчаться от погони, чужой порвался. Ладно, хорошего помаленьку, поэтому на этом все. Не стесняйтесь писать свое мнение под нашими сюжетами, если это остроумно и по делу. Заглядывайте в наш инстаграм sol.tv и ведите себя хорошо. Пока. The world is mine.